Начинаем выпуск мы с информации о пугающей находке, которую сделали жители города Киренска на севере Прибайкалья. На автомобильной дороге были разбросаны человеческие останки, черепа и кости. Недавно в городе прошел обильный снегопад, а затем образовался гололед. Из-за этого было решено отсыпать автодорогу гравием. Грунт взяли с прилегающей обочины, а вместе с песком и камнями экскаватор зацепил и костные останки. В социальных сетях многие пользователи высказали предположение, что коммунальщики якобы забирали грунт с территории недалеко от кладбища. Однако эти догадки не подтвердились. Сейчас выяснением всех обстоятельств чудовищной находки занимаются работники правоохранительных органов. Там возбуждено дело по факту, значит, соответственно, проверяется, значит, состав криминального почерка, есть ли там какие-то составы в периоде и во времени. Но вот первое заключение предварительно о том, что это все-таки более 100 лет этому, значит, захоронению, но ни в Советском Союзе, ни при коммунистической партии, ни при действующей сегодня власти, да, при сегодняшнем составе, в пакете документов данный участок не был отражен ни в каком виде. Соответственно, вот сейчас выясняем.